Комиссионный магазин Победа, видеообзор на ноутбук Lenovo. Собственно, внешнее состояние ноутбук абсолютно целый. Есть незначительные потертости по корпусу. Сколы, трещины отсутствуют. Петли открываются, закрываются. Замечательно. Сам ноутбук может оставаться с клавиатурой. Однако сенсор на нем, как на планшете, не работает. Здесь можно посмотреть его технические характеристики. Собственно, процессор Pentium Silver 5000. Объем оперативной памяти у него 4 гигабайт. Ну и видеоадаптеры стоят у него, графический процессор на Intel. Из дефектов, помимо того, то, что у него не работает сенсор, не работает часть клавиатуры. Точнее, очень даже большая часть клавиатуры не работает. В том числе Enter. Собственно, как вы можете заметить, большая часть букв не работает. Пробел, Shift, Enter. На YouTube можем проверить звук. И также у него хриплый динамик. В комплекте к нему, кроме коробки, ничего нет. Зарядное устройство тоже отсутствует. Заряжается от Type-C.